Фанечка, доброе утро, сыновка. Расскажи всем, что ты смотришь? Nat Geo Wild? Да, про змея я говорю. Да, про змея Фаня смотрит. Сейчас поедет в садик, да, сынок? Ну что мы? Едем? Садись. С утра уже ищем Афонины сандали. А они на батуте. Мам, что? Где мои сандали? Афонечка, вот я что тебе принесла. Носки не захотела сегодня одевать. Да. Точно не захотела? Да, я никогда... Ой. 7 часов, и я хочу, пока не жарко, покосить травку. Потому что солнышко уже выходит. И, в общем, я вперед вот этот вот, где батут сейчас стоит, полосочку прокосила. Сейчас вот тут вот буду дальше косить. Ну, насколько у меня хватит желания. Потом у меня еще помидорчики. По плану хотя бы кастрюльку сегодня закатать. Перебрать все и закатать. Русь, какой себе траву. Как хорошо сегодня, погода супер. Ну, жарко, правда, но под виноградом, вы знаете, нормально. Так, я перебрала 2 ящика помидор. Вот эти вот буду закатывать целенькими, это уже отходы выкидывать. И вот еще 2 мисочки перемыть, обрезать, где плохое, и это будет на томат. Так что сегодня вот это вот нужно переработать. Еще 1 ящик остался на завтра. Не хочу себя утро ждать. Я не знаю, думаю, что может быть его тоже перебрать и уже сегодня закатать томат, чтобы один раз помыть соковыжималку, а завтра уже заняться целенькими помидорчиками. Вот подумаю еще над этим. Уже виноградик начинает поспевать, и вы знаете, прям сладенький уже, вот где их тут много, поспевших гронок. Прям вкусный. Надо обрезать ветки, сижу, не один раз уже обрезал. Вот видите, прям на проходе они уже свисают, новые. И надо прям их опять обрезать, а то они уже мешают. Сегодня молодец, с утра, пока не жарко, покосила все на детской площадке. И теперь она вот такая вот красивая. На самом деле кусты, конечно, здесь детям мешают. Ну, так как раньше здесь у хозяев, у бывших не было детей, поэтому у них тут были именно кусты смородины, но нам нужно их куда-то переносить. Мы здесь пытались посадить ряд, и вот здесь вот еще ряд. Но все это было мечом. Забито, затоптано, сломано, поэтому мы поняли, даже не надо пытаться. Я уезжаю, дети будут дома. Я с тобой. У них обед, я сейчас в садик, не надо. Зачем в садик? Ну, отвезут туда, в садик пряники. Мама, ты... Я здесь. Зая, ты что? Я наоборот не хочу его видеть, чтобы он не это, не нервничал, не нервировать его. Все, буду сейчас начинать своей любимой соковыжималочкой работать на улице. Думала, даже тучки зашли. Ну, вначале так. Хорошо, что Сержиньо был дома, помог мне кастрюлю с томатом сюда дотащить до плиты. Сейчас добавила соль, сахар, и все даже вот начинает скоро закипит. Покипит, когда вся эта пенка как-то уйдет. Ну вот, вы понимаете, вот это. Я ее никогда не снимаю, она как-то сама по себе рассасывается. Ну, если так можно сказать, когда томат кипит. И помыла банки. Забыла вообще о крышечках. Вот у меня не так много, поэтому в основном банки будут 3-литровые, чтобы поменьше крышечек тратить. Вот сразу намыла. И вот когда все закипит, покипит, буду закатывать. Закрываю везде окна, потому что у нас тучи, и мне кажется, что пойдет дождь. Поэтому, чтобы ничего не набрызгало нам. А Григорий собирается на карате, на английский. Ну и на карате в том числе. Давай, поехали. Мам, дай потренироваться. Пила ему литровую бутылку воды, потому что до этого брал 0,5 литра. И все время потом стонал, что не хватает воды. Мама еще докупала 0,5 литра, да. А здесь это все уже. А здесь как раз литр, да? Давай кепку, кроссовки. Вот. Новые футболочки. Я уже их тогда показывала. Ага. Что-то свое не делал, ну иди, давай. Ну, я еще должна после помидоров помыться, потому что помидорный сок брызгал меня везде. Везде. Я тут вся в помидорном соке.
Гриша выкидывает зонтик. Воды хватает. Вода слишком... Ну, мяч не бери. Если будет дождь, вдруг какой? Лучше сейчас зонт, Гриша, нет, тебя спасет. А мяч тебя не спасет, Гриш. Да футбол поиграть но спасет. Если... Что... Мама, все, пока. Кепку одевай. Какую? Я не знаю, какую кепку. Стоп, где-то здесь было. А вот оно. А это... Айфон 10. А деньги ты взял на английский? Да. Мама, я ж никогда больше не... Давай, не у тебя еще 2 минуты. Еще могу немного почухаться. Да. Какие дети. Помочь? Нет. Да. Да. Давай. Давай английский бери. Все? Люблю. Вы никогда не узнаете правду этого танца. Все, и ты тоже, мам, не узнаешь. Да я так и подумала. Колючая проволока. Твоя любимая, да? Да. Пощекотал? Пока. Пока. Я вообще думала, что пюре у нас хватит до ужина, но нет, не хватило. Поэтому сейчас приготовлю на ужин еще одну упаковку вот этих вот куриных бедрышек без кожи и без костей. Вот. Опять их обжариваю. Буду делать прямо со спагетти вместе смешанное. Здесь сейчас вода на спагетти. И все это потом смешаю. Здесь будет морковка, лук и болгарский перец. А здесь просто макароны. Потом все перемешаю, и будет вот такая штука. Надеюсь, что ее завтра до обеда хватит. Я уже все овощи сюда добавила. И жду, когда закипит вода. Вот уже почти закипела. И хочу сказать, что сейчас у меня как-то я рвала пучок базилика. Ну, орегано, да? И он у меня засох. Я не стала его выбрасывать. И теперь беру его как приправу. Прям руками вот так вот листики сушеные растираю. Можно, мне кажется, в ступке. Ну, так как у меня ступки нет, но руки есть. Вот. И сюда вот не слишком много, но он такой придает особенный аромат. Вот иногда просто то, что в вазочке здесь уже накрошилось... Я его просто вытряхиваю. Так что базилик у меня домашний. Надо, кстати, еще, наверное, нарвать, чтобы высохло. И вот так вот делать такую приправу. Которую я точно знаю, что здесь базилик, а не что-то еще. Выезжаю за Григорием уже вот как раз с наших кушерей на дорогу. И дождик все-таки пошел, капает. Ну, я думаю, что он вообще уйдет, потому что здесь уже все, небо такое рассвидняется. Над хутором, конечно, тучки и молния. Видали? Ух ты, какая молния.